приятное ощущение. Это приятное такое. Не скучно
камеры.
пришли на эту встречу, знают и любят давно творчество Ирины Тумановой. И очень приятно, что этот замечательный человек, эта красивая женщина из Москвы, поэт, композитор, писатель, пришла сегодня к нам в гости, приехала в Севастополь с презентацией новых книг. Вы здесь видите на этом стеллаже книгу «Раз, два, три, песенки». Это книга «Детский сборник стихов и песен». И мы сегодня прежде всего о нем поговорим в первой части нашего творческого вечера, посвященного Ирине Тумановой, ее книгам, ее песням. А во второй части уже такая у нас более взрослая, наверное, аудитория подойдет, еще некоторые просто опаздывают, и вы уже услышите кое-что из нового сборника, который только что вышел в Москве в печати. И, к сожалению, мы просто его не смогли, да, привезти сюда, потому что покажем только обложку, потому что просто издательство немножко затянуло, издательство «Зебра», но мы обязательно сюда, в Севастополь, привезем эти книги и в «Атриум», которому большое спасибо за гостеприимство. Прежде всего, они будут в этом книжном магазине. Ну а ознакомиться с творчеством вы можете подходить, смотреть книги, диски, листать эти замечательные книжки, эти произведения. И сегодня мне очень приятно, что впервые, наверное, в истории этих вечеров в «Атриуме» некоторые произведения, и в том числе целая книга, «Раз, два, три, песенка», песенки, представлены на другом языке, на немецком языке. Помогать Ирине Тумановой будет Сергей Рязанов, он тоже музыкант, он директор музыкальной школы, он еще и перевел многие тексты Ирины, и именно и эту книгу тоже на немецкий язык, за что ему большое спасибо. Впрочем, они обо всем этом все расскажут вам. Я только хочу поприветствовать начальника управления культуры нашей администрации Татьяну Ульянову. На сегодня у нас здесь большое спасибо. Давайте поаплодируем, потому что не всегда администрация к нам ходит. Это хорошая администрация, это друзья. Нам помогает сегодня заслуженный артист Автономной Республики Крым, любимый наш товарищ и друг безотказный Геннадий Варивончик. Он сегодня весь вечер с нами, тоже вам хорошо любимый, известный. Вот человек в желтом очень скромно примостился. Это заслуженный артист Украины Виталий Таганов. Он тоже сегодня будет выступать и помогать Ирочке проводить этот вечер. И два прекрасных коллектива, ансамбль «Ремикс», художественный руководитель Танечка Чехоцкая. Большое спасибо. И Елена Власенко привезла сегодня своих красавиц сюда. Это ансамбль «Ностальжей». Вот они там рядышком. Это все у нас впереди. Ну а сейчас я, наверное, Ирине предоставляю слово. Давайте еще раз поприветствуем. Большое спасибо за то, что она организовала этот вечер. Тумановый дом, добрый дом, в доме дом, песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Добрый вечер. Вот что произошло? Родились детские стихи. Сначала было взрослые, и, конечно, со взрослыми было иначе. Не надо было одевать шляпу на бекрень, доставать куклы с мансарды, чемодан открывать. Но когда у тебя появились детские песни, это обязывает. Их надо нести. Вот поэтому родилась передача «Добрый дом». И теперь вместе с этой передачей я езжу в разные города. Эта передача у нас, ее можно увидеть в эфирах интернета, в телевидении. Вот, она мне помогает донести детскую песню. И в первой части сегодняшней нашей программы я хотела бы рассказать именно о этих детских песнях, о детских книгах, которые выпустило издательство «Зебра». На самом деле, много лет назад я приехала в Севастополь первый раз с программой «Понять, простить». И вот за эти долгие годы творчество так разбежалось в разные стороны и в разные направления, что вот сейчас хочется все это собрать как-то и сфокусировать. И вот сейчас мы рассказываем про детскую историю. Родилась книжка «Раз, два, три, песенки». Потом мне помогли перевести эти песенки на немецкий язык. Сейчас уже есть несколько песен на украинском языке. Вот. И поэтому мне хотелось бы сейчас, значит, рассказать вам о том, как песенки эти живут дальше. Теперь мне помогают уже коллективы. Мне не обязательно петь самой. Вот. Мне
помогают коллективы в разных городах, и в том числе в Севастополе. Такие замечательные коллективы, как «Веснушки», ансамбль «Ремикс», ансамбль «Жаворонки», большой хор, хор. Все эти ребята откликнулись на мой призыв, и зимой я приехала с сумкой целой нот и прошлась по городу, по Севастополю, и эти ноты всем раздала. И вот сегодня мы можем уже даже кое-что послушать. А не кое-что, а на самом деле очень много. Потому что я потрясена, насколько с любовью и душой детки спели мои песни. И насколько замечательно руководители этих коллективов их подготовили. И в каждой композиции какая-то своя выдумка, что-то новое. Песни могут быть исполнены солистами, хоровыми коллективами, по-разному. Поэтому давайте сейчас послушаем некоторые из этих песен. Еще разочек, вот мы сейчас просто, чтобы нам повеселее, потому что мы хотели, чтобы было много малышей. У тумановый дом, добрый дом, в доме дом, песни, книги, сказки и картины.